Здравствуйте. Мы сегодня говорим про самое начало материнства. Часто бывает так, что в первые месяцы, в первый год жизни ребенка на старте испытывают ощущение потери опоры даже самые мотивированные, самые подготовленные, самые счастливые по внешним показателям мамы. И теряются они не в таком вот наполненном солнцем, светом, уютном и безопасном пространстве. Они теряются абсолютно по-другому, и это очень некомфортное ощущение. Это ощущение потери опор, что ты был специалист с одним или двумя высшими образованиями, с интересной жизнью, с друзьями, с какими-то привычками и хобби. И ты все понимал, как устроена жизнь, ты мог все спланировать, организовать. Тут рождается ребенок, и вместо такого всепоглощающего счастья, которое мы видим, когда гуляем в парке и видим мамочек с колясками, или когда мы смотрим на картинки в Инстаграме, или когда мы видим глянцевые или более или менее глянцевые фотографии в журналах, вместо этого мы оказываемся в ощущении потери себя. Ребенок плачет, утешить его невозможно. Он не спит ночью. Вместо легкого грудного вскармливания вы оказываетесь в какой-то парадоксальной истории, что вы кормить хотите, а не получается так. А главное, что нет сил и нет ощущения поддержки. Что это такое? Про что это? Что, все неправильно, не надо было рожать? Нет, это абсолютно нормально. Это нормальные трудности старта материнства.